Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Дони, Андрюха и Фанни. Сегодня мы вновь продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Копы против воров». Здорово! Здорово, бандиты! Всем привет, пацики! Ребята, давненько я не снимал данную рубрику, вы очень много комментариев оставляли под последними роликами, чтобы я снял ее вместе с большой командой, поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки. И я напоминаю, вы также пишите в комментариях, что вам иногда не приходят уведомления о новых роликах. Это все связано потому, что у нас YouTube немножечко болеет, поэтому не забудьте поставить колокольчик или даже проверить, если уже ставили, а также подписаться на канал. Правила у нас очень просты, ребята, у нас будет всего 3 парковочки, на которых стоят тачки, по 3 штуки. Моя задача — угнать за 10 минут всего 2 автомобиля, а копам нужно будет меня поймать или же выследить, куда я пригоняю автомобили. Сегодня у нас будет 3 копа, и я за одного воришку сыграю. Wow. Попробуем выиграть, поэтому, ребята, поддержите меня в комментариях, а мы начинаем. Go. Давай. Так, ребята, сегодня мы будем играть за вот этого молодого человека и попытаемся угнать все 2 автомобиля. Если у нас вдруг не получится, мы переоденемся в собаку и в итоге будем пытаться угнать при помощи этого животного автомобиля. И на самом деле мы находимся в гетто, поэтому здесь собак очень много, я не думаю, что ребята догадаются. Поэтому, ребята, опять-таки поставьте лайки, а мы уже дожидаемся копов и начинаем. Итак, ребята, мы начинаем. 10 минут у нас есть. И давайте, ребята, рассказывайте. Что придумали? Да, тебе шансов все. Вообще нет. Реально? Даже уже сдавайся. На самом деле я уже очень боюсь, потому что не совсем приятная перспектива. Потому что первый раз может быть ошибочным, брат. Ну, братан, не знаю, как у тебя. Безумно можно. Я на самом деле тебе сочувствую, если все там у тебя ошибочно получилось. Ну не в том смысле. Ага. Я понял. Но главное сказать, что не поймут только избранные. Не в том смысле. Поймут только избранные. На самом деле меня уже напрягают фаеры. Так. Fire. На самом деле fire, у меня все fire. Чисто, пацаны. Чисто, чисто, чисто. Фаер без вайфая. Фаер. Фаер. Ема тут файфая. На самом деле, ребята, уже прошла буквально... Что-то будете делать, если не вообще? Минутка, я не понимаю, что происходит. А он это, местность проверяет, пока... Он, походу, нащупывает, он такой... Нащупывает? А что за... А что за кабан по городу катается? У меня чисто парень. Не знаю. В смысле, машина, мэр с кабанами. А, я думал... Да, да, хряк, да, бегает. Ну такое, на самом деле, я не представляю, что у вас там кто катается, потому что я плюс-минус... А такое чувство, что это у Геныча где-то будет. Вот я плюс-минус, ребята, вообще не понимаю, что угонять, так как все печально максимально. Понял, принял, окей. Пока все максимально печально. Ясно, понятно, пацаны. Что тебе понятно, дядя? Подожди, Что такое? У тебя Геныч? У меня. А, куда поехал, понял? Я пока вижу станцию 300 метров. Ты фуфел. Куда ехать? Заметил меня, да? Куда ехать? Все-таки заметил меня. Супермаркет, супермаркет. Где этот? Направо поверну. Направо, в сторону армянской свалки, во. Армянская свалка. Понял. Армянская свадьба у нас сегодня будет, так как у Андрюхи там первый раз ошибочный был. Не-не-не-не-не. А он куда-то... С армянами тебе или что? Он ускользает. Куда, куда ушел? Ай-яй-яй. Куда он ушел? Он налево, по-моему, повернул, в сторону аэропорта. Да как ты меня видишь, я не понимаю. Стоп, а тут... Подожди. Мау, тут вот очень опасно. Бляха, муха, я потерял. Куда, Андрюх, куда? Я его потерял. Ну, слава богу. А что у тебя за машина была? Ай-яй-яй-яй-яй. Чё ты так быстро уехал? Походу ушел. Блин, да. Серьезно? Ну, походу ушел. Ты там сильно булки не расслабляй, а то, может, мы ушел. Блефуем, понимаешь? Ну, сильно. Или да. Может, мы морку чешем, хитрим. Или дачи, да. Чили, не чили? Дачи, да. Дачи, да. Чили, да. Короче, так, ну ладно, пацаны, в принципе, пацаны, неплохо. Я вернусь, все-таки лучше. В принципе, да, неплохо. Ладно. Да. Вот идеальное место, пацаны, просто идеальное место, поэтому Дюти, оставляем ее тут и пытаемся угнать еще одну тачку. Давай, давай, братан. Итак, ребята, продолжаем. Сегодня я буду... Давай, давай. А очень добрым. Сегодня в белом танце кружится. О, я ну тут. Да. Я. Свадьба же будет. Может, мы с тобой подружимся. Не-не-не, спасибо, до свидания. Так, ну чё, пацаки, чё, а это мы не тебе, Диман, мы с тобой не собирали дружиться. Не, серьезно, а почему? Я же вроде бы добрый. Ты? Ну конечно. Все понятно с тобой, ребята. Тебе кажется, что так. А почему? А что? Ну подумайте, я одну тачку гнал. Ну и что? Ну сократят вас по службе. Ну а что такое? Такое, блин. Понимаешь, в этой машине пончики лежали мои. Ну хорошо, что пончики, как бы. Пончики. Ничего.
Приятно. Я промолчу, ребят. Я промолчу, да. Я на самом деле промолчу. Пацаны, муха завела, цикатуха. Да, понял. Серьезно? Да. А как ты меня заметил? Не знаю. Так, где-то муха здесь была. Где-то здесь понимаю, ребята, но... У нас на районе. Завелась муха, по-любому. Стены все в баллоне. Стены все в баллоне? В каком? Стены. Стены. Жалко Макларен. Ну такое. Первое подкрепление. Ну такое. Ладно, нахер, я поеду. А что, тут реально никого нету? Прикольно. Прикольно. Так, ну мне на самом деле крайне интересно, что произойдет вообще, в чью сторону вообще вернется. Ну, как бы... Ну, как бы я не знаю. Как бы я не знаю. В принципе, вроде бы нету хвоста. Не, на самом деле у нас тактика просто на перспективу тактика. Тактика на перспективу, говоришь? Перспективная тактика. На долгосрок. На перспективу, говоришь? Ну, такое. Согласен. Я извиняюсь, я тебя потом чек выпишу. Кто там желток? Ах ты, фу, Фил, все-таки не уехал, блин. Все, за желтым, поехали, Какое, блин. Вольвешник. Ну такое. Вольвешник прыгает хорошо. Я всю дорогу ждал на крыше, пока вы уедете. А я видел, как ты там бегал, кстати. Серьезно? Да, я с самого начала увидел, что тачка ехала как-то. Странно. О, да Ямава, сколько много, пацаны. Он сюда под тоннель поехал? Да, тут темно, под тоннель, да. Тут я слишком большой. А вкрутится, как бы... А, он же мог выехал, повернуть да? и влево, да, и он вправо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, я вижу. О, ворота закрыты, ворота закрыты. Открывай. Открывай, да быстрее открывай. Да открывай. Да открывай ты ворота. Ай, мама, у меня минус уже колесо, я так полагаю, да? Стрелять, стоять будешь. Сейчас, брат, стрельну. Стой. Андрюха, лево держись. Давай. Да как вообще, Шанрил? А где вы? Шанрил. Шанрил. Ай, Рафинник уходит. Не-не-не, он... Что делать-то? Направо встал. Направо ушел. Что делать-то, пацаны? Да дрысни пикап. Давай, понимаю. Все, отдыхай. Понимаю. Ну, зажал его там, зажал. Меня прижало, да. Нажал. Все. Ладно, на самом деле вы просто пробили мне колесо, и поэтому я думал по-быстрому поменять тачку, но не получилось, там же Майбах минус будет. О, почти Майбах минусанул. А, сделал. Петух. В натуре петух, мне жалко Майбах. Ладно, ребята, в итоге в этот раз не получилось, пробуем снова. Давай. Че, ребятки? Котятки. Дела все плохи. Насколько плохи-то? Максимально плохи. Почему так? Они хороши, братишка. А, потому что я в тупике. В тупике? Да. Насколько в тупике? Ты не знаешь, что тебе делать? Я понял. Так, мне пока нифига не понятно. Я понял на самом деле. Но я вернулся. Я не знаю, что делать, ребят, но я думаю, вы все тоже прекрасно видели. И как, по-вашему? Не знаю. Но мне пока ничего не понятно. Так мне тоже. Я тоже не понимаю. У меня чисто, например. Мне тоже пока ничего интересно. Не понятно. Ты убрался, да? Мистер Пропер. Понимаю. Так, ну пока нормально, пацаны. Факин как сакер? Ты что, офигел, что ли? Ты так говоришь на меня, пьет. Чё, братишка? Money Games, чё у тебя там? Нормально? Нормально всё, да. Я у себя на районе. Понял. У нас на районе. Щелкаем 7 очки. Что, Собакин-то водить машину подстава, не научился, да? Собакин, слышишь, блохастый. Тварь блохастый, иди сюда. А почему? Я же сел, а чего не поехал? Блохастый автогонщик. А животные, собаки, животные. А раньше же они ездили. Не, раньше не могли, нет. Я понял, я просто, короче, пришлось обратно переодеваться, чтобы угнать, да, и я потерял на этом время. Блин, обидно. Да ё-моё, каждый меня выдался. Ну вы дурачки. Ай-яй-яй-яй-яй. По-моему, у Димона тачка будет явно быстрее. А это гелик, что ли? Наверное. Да. Такое? Блин, я на самом деле такой приметный, как помидор на грядке. В натуре. Ну, мягко говоря. Если на гору поедешь, мы тебя мягко говоря. Нагнем. Нагни себя, брат. Просто нагни себя. Фига ты лагаешь. Охерит ты лагаешь. Я? Серьезно? Не, да. Это пинга, пинга решает, брат. Короче, я говорю, пинга. Самая медленная. Че, пацаны, смертельные шашки, да? Эу!
Да! Короче, я разложился. Я стреляю по тебе, Гаврик. Гаврик? Да. Куда? Сам ты гав... Он, короче, вниз куда-то... Ой, да блин! Да блин! Да блин! Да блин! Свой гелик. Я хотел по красоте вообще через этот, короче, камень прыгнуть вот сюда и уехать. Вы бы меня бы точно не догнали бы. А получилось, что, ребята, я тупо не попал. Да, максимально обидно. Было бы прикольно, да, ребята. Ладно, за этот не получившийся трюк все-таки поставьте лайки, поддержите меня, потому что мне нужно угнать еще одну тачку. Остается всего-то ничего. Одна минута. Погнали. Давай. Пацаны, я просто... Я просто промолчу, у меня просто нету слов, короче. Что такое? Да, ничего, не важно. Увидите потом. Если заметите. Ты сиреноголовый? Если заметите. Я, да, на самом деле. А как ты? Ты что, подсматриваешь со спектатора, что ли? Ну, как бы, как минимум, это было бы... Вот именно, это было бы странно. Не, подожди, ты реально подсматриваешь? Нет, конечно. Какого хрена тогда? Зачем ты меня спалил-то? Пирамидально этим головым нам палил. Зачем ты меня спалил-то, а? Да, все поняли, что не пирамидоголовый, пока ты так сто раз палишься вот этим. Да, все поняли, что это не пирамидоголовый. Я тебе зубы заговариваю. Писай себе зубы заговори. Ну, пока непонятно, пацаны. А себе зубы заговори, да? Пока чисто, 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 пацки. Ладно. Тут-стур-тутс. Понял. Ребята, кто видел хэштег... А, точнее, ты, тайм-код чё? В комментарии, вот чё реально было? Максимально чё было глупо, но, так сказать, книгу этих рекордов Гиннесса попадет. Где? Yeah. Рекордов Гиннесса? Чё там делал? А ничего. Левой пяткой вёл руль? Да, типа того. Типа того. Так, ну пока... Кто чем занимается, пацаны? Не знаю. Это кто? Я не знаю, пока нифига непонятно. Это кто? А, это я, братан. А, понял. Ну такое... Так, ну пока чуть нормально все. А где стенки-то у нас? Ну, я поехал на свою, ну, в общем. Ну, такое. Мне кажется, то, что мы это того, лучше это. Ну, такое. Ладно. А что, все на стенках или как? Ну, я, да, я на стенках. Я возле своей недалеко, да. Я тоже на месте. А гелик угнали. Ай-яй-яй-яй. Это с Геныча, наверное, стоял. Да, я как раз посидел. Ай, блин. Сильно. Понял. Куда поехал? Сильно. Куда? Ладно, пока. Да, вот он. Во, пока. Какой ботяра. Пока. Ладно, пацаны, давай, на самом давай, деле... Он влево. Гелик не такой идеальный. Вижу. А время-то уже кончается, и, честно говоря, я уже явно ничего не угоню. Поехал на шоссе. Я явно уже ничего не угоню. На подъем, Геныч. На. Ладно, шанс еще есть. Что? Сало? Саша? Так, на давай! Что? Все. Минус панта. Обратно поехал. Понимаю. Держится да, пока. Ой! Что? Только не выкиньте его. Это Габелла будет. Да. Эй, ты на гелик. Не дам тебе съехать, Ладно. Ладно, ребята, есть шансы. Бык на гелик, тормози. Да блин, эскалейт. Тихо. Отлично. О, отлично. Ой, блин, я в плечку врезался. Тихо. Отлично. Извини. Он уходит. Он с парковки. Тихо. Прочитано, не попал. Что там прочитано? Это фейк? Да я думал, ты меня пытаешься прочитать. Смоук. Куда? А, вниз на шоссе выехал, вижу. Да ё-моё, что такое? Так, по встречке поехал. По встречке поехал наверх. Да. Не, хорошо, что у меня черный гелик, на самом деле есть шансы. Нью-парк, что ли, едет сейчас? Ну, у нас сейчас на подъем, наверное, да, наверное. На какой подъем, дядя? В сторону ЛСК. А, налево. На какой подъем, около мэрии проезжает строечку. В центр сторону, а поехал на стройку. Лексус тут. Вау, попал. Смотри. Ема, что вы там творите? Нормально. Что вы там творите? Минус багажник, да. Да как иначе? Да как я уйду от вас? Да никак ты не уйдешь. Напрямой только, не? Уйду. Ну чё, пацаны, достаём стволы. Казино. Я тебе потом достану ствол, слышишь? Вай. Всё, в отбойник его впилякал. Да. Не, что вы делаете? На, я вам что, футбол, что ли? Бета-версия FIFA 15? Ой, прикольно. Ну что врезался? А, там не ломаешься, хрень? Да. Ой, извини. Ой, фига вот тут. Не, пацаны, я сейчас буду стрелять, нафиг. Блин, ты будешь стрелять? Не, ладно, не буду, договорились. Давай. Ай, блин, врезался. Три дула лучше, чем одно. Капс, да, пацаны, я отстал, отвалился.
Вы так, там аккуратнее будете, за ним. Да, мы... А, мы с Ваней. Надо его догнать, все, пацаны, да? Мы его почти, это, того. Что у меня почти того? Езжать? Ну, воришку того почти. В Роголовку. В Роголовку заехал? Такое. Да, стройка тут. Пацаны, я его упустил. А, вы его понял. Да, боже, как тебя скинуть-то, а? Фуфел. А, я тут не один еду, если что. Ага. Короче, я тут один со столом. Да, чтобы ботяра какой-нибудь не помешал. Нас ах ты, скотина! Ну, такое. Банда султанов. Куда поехал, куда поехал? На шоссе обратно куда-то. Нет, так. Нормально, минус один. Димон уходит, Димон уходит. Нормально, нормально. Я еще пока, я пока еще за ним еду. Я пока еще держусь. Вань, вся надежда на тебя. Нормально. Шоссе, 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 поехал. Шоссе, окей, понял. Поехал. А, что? Что такое? Не говори только ты. Сука! Что такое? Ты не туда? Ты у меня по пинге остановился и... Куда я остановился? Ай, блин, любимая смысле? Тактика Димана. А он снизу едет вообще, он... Как ты снизу оказался? А, не знаю, я просто ехал, бляха, вообще никого муха, не трогаю. Спасибо, толком. GTA. Да ну нахер это GTA. Реально, GTA просто взял, залагал, короче, ты у меня встал на месте. В натуре понтяк GTA. На самом деле, мне надо тачку-то пригнать, поэтому, пацаны, у вас еще есть шансы. Да, он что, ушел, я только сейчас понял. Андрюх. Доброе утро, Андрюх. Доброе утро. Да не, Туре, доброе догнал, утро. Но, блин, ну как доброе, так, доброе. Пацаны? Мы же втроем за ним ехали. Короче, ребята, да, пока вроде бы все хорошо. Не, я тебя не вижу. По-моему, это Габелла. Пока вроде бы все хорошо. Так, ладно. На самом деле, парковка моя очень далеко находится, поэтому у вас есть шанс еще. Но мы еще выстрелим. В случае чего перехватить меня. Но я поехал. Есть кого-то мысли, где он есть? Нет. Тихо. Такое? Мне кажется, вам уже Андрил меня найти. Ну, мне кажется, да. Просто Андрей. Боже, у меня так далеко парковка, вы не представляете. Я уже еду, наверное, целую вечность туда. А пока доедешь, мы там случайно пересекемся, как говорится. Ну, вот этого я и боюсь как раз-таки. Ого! Фига, я стенсер красиво залетел. Ну, шестер, точнее. Я сейчас увидел похожую тачку, как у вас, и такой, типа, ого! Я думал, ты меня нашел, обнаружил. Пирамидальный. Максимально обнаружил, да. Максимально я очканул. Пирамидальный? Ладно. А я тут на шоссе. Короче. Короче, мне кажется, дело к ночи, и это габелла. Дело-то к ночи, но я почти приехал. Нет, не ЛСК. Я почти приехал. А вы чекните всякие реальные. Я, короче, такими окольными путями еду, вы не представляете. Я уже, честно говоря, наверное, раза, наверное, 5 бы попался, если бы вы были рядом. Блин. Короче, мне кажется, это Unreal. Он очень долго едет, мне кажется, сейчас надо это... Не знаю, кем быть, чтобы сейчас на Димона перфил там, брат. Или чё? Или просто будь Копперфилдом. Да я вот просто, я даже не знаю, следят ли или нет, но я пока еду в Рыбу. Кто машину мою управляет? Твоей? Не я. Ладно, я, получается, доехал плюс-минус. Все нормально. Да, я, получается, доехал, и собственно говоря, если вы не были на хвосте, то я справился с задачей, ребята. Ладно, есть какие-то предположения, где я был? Нет, без понятия. Без понятия? Серьезно? Все. Серьезно? Да. Отлично, серьезно. Фух, прыгайте тогда на меня, потому что я гнал гелик через просто весь, мать его, город и пригнал его вот сюда. Кого? Да, вот получается Феррари моя первая была, и вот получается вторая тачка гелик. Просто упал сюда вниз, подумал, ну ладно. Он просто ехал на Феррари, упал вниз, такой, типа, ну будет место, куда машины пригоняют. Я не стал особо, да, париться и выгонять его, потому что время шло. Ладно, ребята, в итоге на этом будем заканчивать. Такой вот ролик получился, если он вам понравился, обязательно ставьте лайки. Если вы очень сильно поддержите данный ролик, и я вижу, что данная рубрика вам нравится, буду снимать ее почаще. С вами был Диман, Андрюха, Фанни, Дони, всем удачи, всем пока. Пока. Пока-пока. Пока, друзья.